Всем привет, ребята! И сегодня мы будем с вами тестировать вот такие вот бурлящие шарики для ванн. Я вам уже показывала в обзорах. Кто не смотрел, посмотрите на моем канале. Вот. Вот это, например, вот такая вот фирма. Называется Cosmetics. Такой вот тут написано бурлящий шарик для ванны с ароматом маракуйя. Вот это вот такой вот бурлящий шарик с ароматом малины. Вот, фирма Бурляшки. Сейчас я выберу одну из них, и мы с вами протестируем. Ребята, я выбрала вот такую вот. Давайте посмотрим инструкцию, как применение. Способ применения. Опустите шарик под струю теплой воды при наполнении ванны. А, понятно. Распаковываем. Открываем кран и опускаем. Итак, раз, два, три. Вот. Ребята, я не знаю, это видно, но вода меняет цвет. Розовый становится она. Чуть-чуть видно, но она розовенькая. Вода стала розовой и появляется пена. И появился такой прям ненавязчивый, легкий аромат. Приятно очень пахнет. Ребята, посмотрите, он в пене. Я его сейчас достала. Ой. Потом такие руки жирные после этого. Ребята, сейчас я буду принимать ванну. Вот, а на этом мое видео заканчивается. Кому понравилось, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!